Так, ну сейчас 5 медведей, сейчас попроще пойдет уже. Каточка. Почему циту не воткнул? Денег надо очень много сейчас. Не хватит просто. Если еще циту втыкать. Виверны монархи дорого стоят. Сейчас еще гур не поедет ведь туда. А ведь это опасно. У меня даже есть мысли, что нужно сначала сгрейдить уток, а потом брать на габанк. Потому что без грейда он просто может не вывести. Горшок бы для этого найти где-то. Ну, тут есть горшок. Ну, сдача от Дарк, очевидно, там слив был где-то на старте. Давайте загрузим, посмотрим. Ну, по длине хода было понятно, что там что-то неладно. Войска нет вообще. Разведан респ. Есть конца двоечка. Есть касла деревня, в которую в теории можно ангелов строить, да? Карабас, улик, крылья, еще улик. Ну вот три улья, через которые можно раскрутиться, да? Вот здесь, походу, он слился. Наверное. Потому что охрана должна была быть серьезной. Крылья, которые после ульев можно забирать. Два ангела, которые можно после ульев забирать. Есть кач под монера. Ну так, довольно играбельно. Тем более с ГО чародеями при наличии тактики. Вообще нормас. Но был слив. Хотя родное войско вроде на месте. С другой стороны, раскручиваться не с чем. То есть нычек нет никаких. Коробок, очевидно, тоже не было. Свое войско очень тухлое, хрупкое. Результат. Ну ладно, что ж, спасибо за игру Даркела, спасибо вам за внимание. У Дарка намного печальнее респ, очень бедный, да, но теоретически играбельный, но сложный, конечно, очень сложный. Пасис выжил и выиграл. Небывалое дело вообще. Не, на сегодня все. Отправляемся спать, отдыхать. Еще раз спасибо за внимание. Для вас играл, комментировал Амилу. До новых скорых.